Всем привет, ребятки. Сейчас будет турик у нас с нашими любимыми зрителями. Дайте мне подключить чат и начнем. Да, кстати, сетку сейчас открою тоже. Ну вот я могу с Галкиным сыграть, кстати, заодно. А, которого у меня нету. А у кого есть? У Сани должен быть. Да, у меня есть вроде бы. О, все, пошло. Стоп. До трех побед же играем? Ну, наверное. Ну, хорошо. Это будет сейчас интересно. А, ну все, я же сказал, что я до первого боя и материться. Еще ничего не началось, он раз так матами просто начал крыть. Я буду, я подскажу сейчас. Делай Б2 на вейке. Не успели начать, уже кейдж. Нихуя, да, он. Ух ты. Хорошие разводки. Вау. Не, ну я думаю, что Шансунг тоже хорошо может с Джонни Кейджем играть за счет своей D3. Ты дистанцию разрываешь за счет тычки своей длинной. На самом деле только начали, ребята, граф Серега уже разошелся настолько, что забрал все хп почти. Ой-ой-ой. Вау, вот это облоки. Красота тычка какая. Тычка с историем сделал, тычка броня. Или вообще броню просто нажми, добьешь чип. Ну, хороший план. Так, давайте спешл. Ну, неплохо пока играет. О! Неплохо играет, он пропустил ник. Блин, какие облоки красивые у Сереги. Как будто волнуется немного. Да. Так мы на корову играем. Что? А что, пицца с говядиной будет? Ну, в этот раз тебе повезло. Ух ты, какие блоки, но не наказывает. На полное комбо, но Кано. О, какой поворот. Может добить. Если с хамелеоном все правильно сделал. Ну ладно. Хорош. Так что же будет делать Серега? Интересное решение. Ну, Джонни можно. Джонни Кейдж сейчас не сможет приблизиться. У него брони нету. Ух ты. Он еще круче придумал. Да. Ах! Блин. Подсечка в конце. Ну неплохо. Нормально. Мне нравится сейчас все. Так, оверхед. Джонни Кейдж по разводке крутые подключил. Ох ты. Не знает он, что шипы панишится, наверное. Вау, лоу, наказал. Все-таки Перри. Опять оверхед. Брейкауэй. Так, звездочка полная у Кейджа. Что будет делать? Может ли он ей пользоваться? Не давай жуткий прям ансейв. Тогда он на хайп выйдет. Так, попал. 120 хп забрал. Как думаешь, он нас слышит? Конечно, слышит. Я буду отключать на свои игры у вас. И звук, и микро. Ой, попался. Не, ну это накладывать надо. Красиво, на так осторожно. Ох ты, хорош. Так, 1-0 в пользу Сереги. А Крейн уже сделал пепперони с кониной. Не трави меня. Я тут сижу, как курятиной давлюсь. Блин, хорошая игра. Серега хорош. Петька тоже молодец. Десяточка. Так, у меня все нормально работает, ничего не глючит. Пока все хорошо. А, теперь я первый, да? Прикинь. Просто я ни разу не видел, чтобы игроки местами менялись. Обычно если ты второй, то ты второй. А, ну это ЦГ. А, это же Царь Горы.
А вот зашибись, я сейчас встал, если что. Вот так у меня игра работает. Понимаю. Так, я пока скроюсь с экрана, а то это турик, а я что-то показываю свое лицо. Ладно. Так, это что-то быстро очень было, я даже не успел посмотреть нормально. Ой, хорош, хорош. Прям сейфово играет не Серега. Не наказывает только Джонни Кейдж. Там шедокик надо давать. О. Ой, ой, как хорошо попал. Красота-то какая была. О, мат поехал. Ебашь его нахуй. Ух ты, ух ты, ух ты. Все, я чувствую себя гораздо свободнее. Вау. Это что-то совсем быстро в этот раз было. Ну хорош, Петин. Так и надо на Джонни Кейдж. Да, молодец, молодец. Так, это уже 1-1, что-то слишком быстро. Я просто обожаю вот эти, как их называют? Морфиться тебе надо. Комбо вот от сусильных низких черепов, потому что он взлетает куда-то там за экран, и ты даже не можешь понять, когда тебе нажимать вообще. Да, были бы квадратные экраны. Когда бы все видно было. Сделали бы они нормальное отдаление, чтобы ты видел противника. Ну что поделать? Какой голос. Приятно у Шана. Да, да ну. Дропает, дропает. Может лаги у вас? Ой-ой-ой. Есть чуть-чуть лаги. На Фейри самом деле. Надо лоу давать. Если чё. Один мудрый казах об этом в гайде говорил. Мудрый казах, да. Ой, не продолжу комбинацию, но зашел сверху. Тут, кстати, у нас два камео хамелеоны. Ой, ненавижу такие игры. Арман про это говорил, вот я тоже самое. Там надо за обоими следить, правда? Да. Это да, из-за этого я и не беру. Беру я лучше скорпа. Я не могу вообще никогда. Ой-ой-ой. Страшно было. О! Саня, прикинь, Валерия зашла в Discord сервер. Да ну. Ничего себе. Вот это да. А ты ей уже говорил об этом, чтобы зашла? Да, говорил. У тебя глаза прям везде. Все замечаешь. А ты думал. Так, серия 2, 1, 4. О, о, тут можно было красиво так наказать. На 100 тысяч 500 миллионов урона. Но вышел из угла. Да, согласен. О! Наказывай! После этого матча у меня будут столько же белые волосы, как у Шана. Где? Уточняй. На голове, сверху. При мне надо все уточнять. 2-1. Так, это десяточка. Хорошо играют ребята. Кстати, там что-то счет неправильный. Показывает что-то два поражения. Сам ты неправильный. Я не видел ничего просто. Нет? Нет, я не смотрел. Так, что будет Серега делать? Будет за Шана играть или все-таки Смоука возьмет? Да ничего я с тобой не слежу, я просто зашел в Discord, смотрю, Валерия за что, все. Че проигрывает так смоской. Так, резкое начало. Адаптейшн сделал немножко. Ух, нифига себе, 360. Вау. Блин, я самое важное не сделал перед туриком, я не нарядил своих персонажей. Ах. У меня все равно на случайном. Так, Серега, что будет делать? Эх, замешал. Опасный будет Джонни Кейджи мешать. Хорош. Да, хорош, хорош.
Так. Ой-ой-ой. Блин, хорош, Серега. Но не наказал. Оу, перебил. Ой, какой красавчик. Надо вливать, надо ФБ вливать. Давай. Не вольет уже все. Это может стоить раунда. Или даже самой игры. Да ё. Красоты. О, нет! Блин. Там не добил бы фатальный удар. О, с этих черепов фатальный удар там 200 сносит. Вместе с черепами. Только здоровья уже не кейджа сколько. Так, не отвлекаем Серегу. 300 был. Не отвлекаем Серегу. Это он нас отвлекает, мы вообще-то комментить должны. О, хорош. О, можно? Да. А где кто-то был? А, его не уже сейчас лучше, и лучше два, чтобы их было. Ладно, все, я устал. Оу, надпанч, так сразу. Блин, жаль, не наказалось. Так, да, зонинг нужен. Красиво. Педалинг, да. Согласен с Кингом. Он уже убьет. О! Не каркай ты там. О, хорошо. Интересно, два шарика перебивают. Ну, открою тебе секрет, Джонни Кейдж тоже может перебивать два шарика. Да. Это прям удивляет меня сегодня как-то. Не знал. Я сейчас про надпанч говорил. Ну, я знаю. Но я про Shadow Kick. Не, грамотно вставляет Перри, но Серега не ведется на эту фигню. Ой, красиво. У меня, кстати, говорю я про счет. У меня 3-0 написано, у Сереги поражение 3. Но это неправильно. Сейчас 2-2. Не знаю, почему-то как царь горы, так счет неправильно идет почему-то. Давай, Петя, не ай-яй-яйкой, тащи. Да, давайте последний финальный раунд. Раунд файт. Брэдес, болей за Петю, потому что выйдет смок. Уф. Я знаю, что ты моего смока боишься. Да, боюсь, ужасно. Смок мощный. Только что узнал, что ты на смоке играешь. Я его на смоке выигрывал, если что. Я не помню, что вы играли вообще. Да, до 3 побед играем. Мне кажется, Кристина про время спрашивала. Ах, до 3? 3 утра? Надеюсь, что нет. Ладно, с вами я готов провести всю ночь. Это радует. Ух ты, Серега вообще, какой яростный такой. Ух ты, перебил даже воздух. Вау, Серега. Нет, Джонни Кейдж немножко неправильно миксит. Он сует оверхед Мелины туда, где оверхед и есть серии. А надо лоу заменять. Ой-ой-ой, наказание. Хороший комбо. Да. Ух ты. Ай-яй-яй, дропнул. Ой-ой-ой. Ну красиво. Да ну. Молодец. Удивляет, так. Наказывать надо. Наказывать после спешлов его. О-о. Во имя цветных шариков. Ах, оверхед все-таки. Эх, дропнет. Вау, как так? Надо убегать с этого угла. Красиво. Ух ты. Зонинг.
Как так, как так? Ой, хорошо. Очень потно. Ой, ой. Эти фьюри ужасные, просто страшно перед ней играть. Да ну. Добил, хорош. Добил, да, красиво. Слушай, выходи, пожалуйста, из ТГ. А Серега в АФК, пожалуйста. Так, кто у нас следующий идет? Да, какая пара следующая? Че, может, хотя посмотрим Привера и Гапошу? Я надеюсь, они оба... А, у тебя они оба в друзьях есть, тоже ты зови. Давай. Так. Три, а у меня сколько, два, да? Да. Один. А, два, да? Два. Так.